Всем, меня зовут Антонина, мы сами с Украины. Хочу поделиться своими новыми успехами, с нашими достижениями, нашим началом новой жизни, можно так сказать. В нашей группе мы находимся совсем недавно, буквально с марта месяца. И уже у меня есть чем похвалиться. Давайте немножко я скажу о сыне. И моему сыну, ему 15 лет. У нас нет речи, он не разговаривает, есть отдельные слова, но это как бы только или начало, или окончание слова, целиком слова даже нет, и нет связанной речи. У нас идет раздраженность, у нас агрессия, мы можем биться, мы можем ругаться, мы можем показывать свой хороший характер такой. У нас неохотное общение с другими детьми, я бы даже сказала, он вообще не хочет общаться с другими детьми. У нас как бы вот такое все. И когда мы начали общаться с Давидом, и я рассказала ему всю нашу проблему, Давид сразу окликнулся на наш зов помощи. Он сразу же в тот же вечер мне перезвонил. Я рассказала ему все, ничего не утаивая, даже, наверное, чуть-чуть сгустила еще краски больше, потому что уже у самой тоже не было сил ни бороться, ни руки просто опустились и все. Но хочу сказать, это уже не о грустном будем говорить, хочу сказать, что вот даже после первого сеанса, их у нас уже было 4, и на каждом сеансе сын был присутствующим. И после первого сеанса заметили мы, что сын стал более внимательным. Сын стал больше слушать учителя, воспитателя, он стал лучше заниматься, он стал добрее. Прекратилась вот эта агрессия, ее как бы не стало. Он перестал биться, он стал с удовольствием ходить на улицу. И вот даже когда я его прошу повторять за мной слова, он повторяет 5-6 раз, он может повторить это слово, и у него нет раздраженности от того, что он что-то делает. Хочу сказать, что я очень благодарна нашей Йосефе, ее сказкам, ее медитациям, потому что под ее сказки, под ее чудесный голос сын очень стал хорошо засыпать. У нас, кстати, прикрутился НРС, стало очень реже все это случаться, потому что раньше у нас было каждый день, каждое утро мокрая постель, сейчас этого нету. И когда он слышит голос Йосефы и ее сказки, он засыпает, он очень прекрасно спит. Нет этого ворочания по всей кровати, не надо его ловить, так как было раньше. Также хочу сказать то, что вот о себе вот даже хочу сказать, что во время медитации я отдыхаю, я набираюсь новых сил, я набираюсь новых ощущений. Я даже не могу вам передать, насколько у тебя внутри все бурлит и насколько ты, вот я имею в виду себя, насколько ты хочешь что-то делать, и у тебя появляются новые силы. Чтобы сказать свою благодарность Давиду и его команде, это даже не выразить словами. Я не могу это выразить словами. Им очень низкий поклон и очень большая благодарность. И я уверена, я надеюсь, что мы дальше будем работать и сотрудничать, и наш сын станет ему все лучше и лучше, и мы будем полноценными детьми, полноценной ячейкой в нашем обществе. Я очень благодарна, от всей души благодарю, конечно. И вы не поверите, это невозможно передать словами. Это только наш первый видеоотчет. Я надеюсь, что дальше будет еще лучше, еще больше эмоций радостных, только положительных эмоций. И я не могу больше ничего сказать, но я очень благодарна, что я попала в нашу группу и что есть вот такие действительно волшебники, что есть Давид, что есть Йосефа, что есть Аркадий и вся ваша команда. Я вам очень благодарна, низкий вам поклон, и я уверена, что с Божьей помощью, с вашей помощью наши дети будут здоровыми, будут счастливыми. Спасибо вам большое.